телебачення, з якими доведеться мати справу у 2017 року, розглянули представники малого та середнього бізнесу на першому цього року позачерговому засіданні Регіональної ради підприємців при Миколаївській обласній державній адміністрації. Задачу ставлю перед региональным советом – наладить конструктивный диалог нас, регионального совета, контролирующих органов с предпринимателями, которые работают не только в городе, но в основном это в районах области. Потому что незнание законодательства не освободит от штрафных санкций, которые, не дай Боже, но придется оплачивать в государственную казну. Штрафные санкции такой объем большой, что я думаю, что в сельской местности не хватит ни личного имущества, ни бизнеса, то, чтобы продать и погасить задолженность. Поэтому наша задача регионального совета, это основная задача, помочь предпринимателям упредить вот эти неприятные явления, которые могут быть. В засіданні, крім підприємців, взяли участь представники органів влади, Державної служби з питань праці та обласного департаменту соціального захисту населення, котрий відтепер також отримав право контролювати бізнес. Як відзначали учасники зустрічі, є серед нововведень на цей рік і позитивні, але проблем, які штучно створені владою для підприємців, набагато більше. Хоча не всі складнощі, які виникли внаслідок нещодавнього спалаху передноврічної активності народних депутатів, є безпідставними. Мы слышали о том, что в конце года, 2016 года, большое количество предпринимателей посетили центры надания административных услуг, регистраторов подавали заявления на закрытие предпринимательской деятельности. Я когда обзванивала район и спрашивала, что у вас там делается, мне кричали: катастрофа, люди массово идут, закрываются. Я хочу вам сказать, я к этому, мое мнение, я отнеслась абсолютно спокойно. Почему? Потому что, если вспомните, на одном из последних заседаний я говорила о проблемах, которые существуют в малом и среднем бизнесе, и поднимала вопрос о том, что у нас в Николаевской области зарегистрированных в системе налоговой 50, больше 55 тысяч субъектов хозяйствования, а платят налоги 36, больше, чуть больше 36 тысяч. Дальше почти 19 тысяч субъектов хозяйствования, которые не закрыли свою предпринимательскую деятельность. То есть деятельность остановили, но не закрыли ее. И принятие нормы законодательства в части того, что субъекты хозяйства, находящиеся на общей системе налогообложения, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, не платят налоги, обязаны платить единый социальный внесок, который, размер которого с 1 января 2017 года составил 704 гривны. Загальне ж враження підприємців – схоже, що нововведення покликані стимулювати не розвиток бізнесу, а його витискання в тінь. Або взагалі геть з країни. Деякі щойно встановлені штрафні санкції здатні просто знищити підприємство. З приводу недопуску до перевірок. Раніше за недопуск просто посадова особа управління Держпраці складала адміністративний протокол. І там був штраф безпосередньо там, на директора, да, або бухгалтера до 1300 гривень. Наразі ще буде накладатися і санкція. За недопуск до проведення перевірки законодавства про працю накладається санкція 3 мінімальних заробітних плати. Якщо йде мова про недопуск до перевірки, в якій необхідно перевіряти оформлення трудових відносин, санкція буде 100-кратний розмір мінімальної заробітної плати. 320 тисяч. Пристрасть державного керівництва до збільшення штрафів змушує нагадувати про елементарні речі. Чим більше поле для контролю і регулювання, тим ширші корупційні можливості у тих, хто поставлений контролювати процес. А для того, щоб знайти привід для штрафної санкції, далеко ходити не треба. Засідання, до речі, відбувалося у приміщенні обласної державної адміністрації. Во-первых, знаете вы наверняка о том, что штрафы по пожарной безопасности по нарушению увеличены в 100 раз. Не в 2 раза, в 100 раз, понимаете? Вот сейчас, вот если бы сюда зашел пожарник, да, он бы оштрафовал бы владельца этого помещения, потому что здесь нет системы противопожарной безопасности. И даже система, которая бы сообщила об этом тоже. Представьте себе ваше кафе, ваши магазины, ваши другие помещения. То есть это все может быть. Как придет к вам пожарник, запрет же, да, вроде как, очень нормально, в этом запрете разрешено. Если пришел человек, поставил нет пожарной безопасности, написал жалобу, придет к вам.
Опять-таки провокация, инсинуация для того, чтобы штрафовать и штрафовать. Это будет в первом квартале принято, во втором квартале это уже будет работать. А со второго полугодия мы еще с вами будем платить единый социальный внесок за тех, кто у нас в декрете. До умов, у яких цього року доведеться працювати українським і, зокрема, миколаївським підприємцям, ми будемо повертатися в найближчих випусках «Ділового вісника». Наприкінці 2016 року під стінами облдержадміністрації знову мітингували. Працівники суднобудівного заводу імені 61 комунара вийшли з вимогами погасити борги із зарплати, котрі складають понад 45 мільйонів гривень. Спілкувалися з пікетувальниками Олена Міщенко. Трохи більше двох місяців минуло від останніх пікетів працівників цієї верфі. Тоді до вимог погасити борги додавалась ще одна – змінити директора. Її задовольнили, і крісло керівника державного підприємства посіла інша людина. Проте ситуація на заводі не змінилась. І прекрасно розуміємо всі, що нас заміна руководителів довели до нищети, до отчаяння весь трудовий колектив. Профспілковий комітет домігся зустрічі з фактичним власником – «Укроборонпромом». На засідання зібрали представників всіх верфей України. Але результатів для комунарівців ця зустріч не принесла. К сожалению, «Укроборонпром» никаких действий в отношении погашения задолженности предприятию не предпринял. Последнее совещание, которое было у Романова, где он собирал представителей профсоюзных, первичных профсоюзных организаций. Он красиво выступил, сказал, что все планы «Укроборонпрома» на 2016 год выполнены практически на 99,9%. Мы 0,1, 0,1, да? Да, отсюда, говорится, красивый рапорт руководителя «Укроборонпрома», можно ему вешать очередные медали. К сожалению, от тех предприятий, которые проблемные в своем выступлении, он практически не задел и не коснулся. И никому из представителей профсоюза не дали слова выступить на этом совещании. Это я вам авторитетно заявляю. Здесь были наши представители с наших предприятий «Укроборонпрома», в частности с КПЦК, с бронетанкового завода. Они могут подтвердить мои слова. Я общался лично, то есть о проблемах таких предприятий, как ваше, господин Романов даже не вспомнил выступление. Вот вам отношение «Укроборонпрома». Я везде, и в «Укроборонпроме», и здесь говорю о том, что у нас на заводе есть заработанные деньги. В частности, по крейсеру «Украина» есть тот же судоремонт, на котором товарищ Петров спрятал деньги. Вот почему мы к вам обращаемся, потому что мне к президенту попасть нет возможности, а у вас есть прямая связь с президентом. Ускорить процесс расследования. Первый, дать людям возможность рассчитаться хотя бы теми заработанными деньгами на крейсере. А там ни много ни мало на февраль месяц 2016 года по подсчетам нашим специалистам было 15,5 миллионов. И эти деньги заработаны, а если посчитать еще вклад трудового коллектива и работников на крейсере за этот год, то по моим подсчетам ориентировочно больше 20 миллионов. Добейтесь или помогите добиться нам и выплатить хотя бы эти деньги. Я уже в том числе и с вашим коллективом вот здесь на этих ступеньках встречался и разговаривал. В прошлый раз вы приходили, говорили о том, что есть менеджмент, который там грубо нарушает права коллектива, который неэффективен. Я писал письма на этот счет, еще будучи исполняющим обязанности, на администрацию президента, на Кабмин. Я звонил лично в администрацию и говорил о том, что есть проблема, что есть директор, который не пользуется абсолютно доверием коллектива. Мне приводят факты конкретных нарушений. Директора поменяли, если вы помните. Пришел новый директор. В первый же день, когда пришел директор, я его пригласил с заместителем руководителя «Укроборонпрома». У меня разговор был простой. Во-первых, вы отвечаете за это предприятие, оно находится в вашем управлении. Поэтому, пожалуйста, первое, погасите долги по зарплате. А второе, если вы не хотите их гасить постоянно, обеспечьте, пожалуйста, загрузку предприятия работой.
По долгам по зарплате, опять же, есть резолюция Кабмина. Мы информировали, я лично писал на Гройсмана, опять же, об этой проблеме. Я знаю, что вы встречались с Гройсманом 5, по-моему, да, или 25 ноября. Есть резолюция. К сожалению, она тоже пока что на данный момент не выполнена. По работе самого предприятия я встречался, приглашал сюда, приезжал ко мне генеральный директор КБ имени Морозова. Они хотят разместить, сейчас рассматривают вариант, каким образом разместить у вас заказ на те же БТРы. У нас есть такой тоже в структуре Укроборонпрома доследный центр кораблебудования. Идет речь о том, они на данный момент занимаются проектированием, они также хотят получить возможность проводить ремонт и модернизацию, тоже опять же на ваших мощностях привлекать ваших же людей к этой работе. Как КБ имени Морозова, так и этот доследный центр. Там, по-моему, на миллиард с чем-то, тут тоже заказов. Постоянно говорим кабинету министров о том, чтобы вам погасили задолженность по ракетному крейсеру. Мітингуючі ухвалили резолюцію, в якій звернулись до очільника області Олексія Савченка з проханням посприяти зустрічі представників колективу суднобудівного заводу імені 61-го комунара з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, а також підготувати листа на ім'я президента України Петра Порошенка, де детально була викладена ситуація, що склалась на підприємстві. Посмотрим, какая будет реакция. Услышит наш президент Гройсман, который подписал протокол погашения частичной задолженности. Вот мы его узнаем. Резолюция митинга трудового коллектива государственного предприятия судостроительный завод имени 61-го коммунара от 28 декабря 2016 года, город Николаев. Трудовой коллектив государственного предприятия в соответствии с принятым решением профсоюзной организации завода проводит акцию в защиту своих трудовых и социальных прав, гарантированных Конституцией и законодательством Украины. И правильно здесь говорят, а у нас президент гарант Конституции. И мы об этом уже напоминаем постоянно. Мы в который раз собрались для того, чтобы нас услышали и увидели власти в лице главы областной администрации, как представителя президента в нашем городе, депутаты областного и городского совета, как представителя местной власти. На предприятии имеется долг по невыплаченной заработной плате с ноября 2014 года по настоящее время. В том числе никто не рассчитывается с уволенными работниками предприятия. Бездарные, губительные для завода управление бывшим генеральным директором Петровым увеличило эту сумму задолженности на 22 миллиона гривен. Общая сумма задолженности на сегодняшний день составляет 45,5 миллиона гривен.